Четвертый, помянуй имя Твое во всяком роде и роде. Участники крестного хода, уже традиционного крестного хода вокруг града Урюпинского. Может быть, не все участвовали, но пришли сейчас встречать икону Божьей Матери явленную. Кто прошел полностью этот маршрут, довольно-таки непростой, 30-километровый, кто-то подключился на каком-то этапе. Это не столь важно. Главное, что вы пришли, и вместе мы с вами составили одно тело, это церковь. Вот мы с вами, это церковь Божия, вы запомните, да? Не просто кирпичи и каменное строение, а вот мы с вами люди, мы являем с вами церковь Божия. А это самое главное. И объединила нас, конечно, любовь к Матери Божией, к нашей чудотворной иконе Явленной. Конечно, когда проходишь по городу, горько от чего становится? Не от того, что люди бывают равнодушны. Равнодушны тому, что около тебя вот находится святость какая-то. Ну, наверное, равнодушие тоже есть какой-то итог нашего времени. Результат вот такой вот богоборческого времени, который был до этого. И естественно, что не просто все люди вновь возвратиться и обрести веру, которая была у наших предков с вами, особенно здесь, в нашем краю, здесь, в Хоперском краю, где были очень крепкие семьи, казачьи семьи, многодетные семьи, большие станицы, многотысячные станицы. Сейчас, к сожалению, становятся малочисленными. Но мы ведь шли и молились об этом, о нашем граде Урюпинске, о людях, которых живущих в ней. Мы нисколько, конечно, не думали о ком-то плохом. Мы просто молились. Молились за наш город, за наш край, за нашу епархию. Я так бы тоже сказал. Вот. За нашу землю, Волгу Донскую, как мы поем в тропаре празднику иконы Божьей Матери Явленной. И очень отрадно, что мы сегодня, в этот день, в памяти святого апостола, евангелиста Иоанна Богослова, вот так вот получилось, наверное, не наверное промыслительно, что в этот день любимый ученик Господа Иисуса Христа, которому была и доверена сама Матерь Божия после его крестного страдания, мы в этот день совершили крестный ход. Как-то не думая до этого, буквально, наверное, недели за две мы даже и не представляли, что это произойдет в этот день. Просто вот так получилось. Ну не просто, а получилось по воле Божьей. И отрадно, что это произошло перед нашим престольным праздником именно этого храма, покрова Пресвятой Богородицы, многострадального храма, потому что это на самом деле очень многострадального храма. Им очень трудно приходилось и приходится сейчас. Вот. Но мы верим, что вот то трудное восстановление его, строительство и его как храма самого, воссоздание его, реставрация его, она обязательно у нас именно будет продолжаться и закончится, да, закончится благолепно красивым храмом. А главное, что все это позволит нам вместе как-то, ну, образовать дружную нашу общую общину града Урюпинска. Объединение нас всегда будет, да, то икона Божьей Матери Явленной, Матерь Божия, потому что вот все здесь практически стоящие священники, это птенцы этого храма, можно сказать, выросшие здесь, кто-то даже и, ну, рукоположенные здесь, в этом храме.
Поэтому вы здесь тоже стоящие, да, вы тоже именно являетесь причастниками этого храма. Вы здесь крестились или ваши близкие крестились, причащаетесь, исповедуетесь. Кто-то в последний путь отходил в вечную вечность ко Господу нашему Иисусу Христу. Но здесь вот принимал наш любвеобильно Покровский собор, и он и сейчас нас вот так любвеобильно принимает нас, пусть в уменьшенном таком, да, но все равно принимает. Поэтому давайте молиться за него, да, за собор, чтобы он быстрее восстановился. Я вас очень прошу об этом, очень прошу. Усердно за это молиться. Я всю епархию просил, чтобы все молились о скорейшем именно восстановлении Покровского собора в той красоте, которую он и должен иметь всегда. Вот, потому что здесь находится главная наша святыня, икона Божией Матери Урюпинская. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя.